Наш завод по производству фармацевтических препаратов в Воронеже работает на рынке лекарственных средств более 30 лет. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP. В прошлом году руководство нашего завода решило усовершенствовать процессы на производстве, оптимизировать работу оборудования. На общем собрании по развитию производства ведущий инженер аналитической лаборатории предложил обновить лабораторное оборудование. Возникла необходимость оснастить промышленную лабораторию определения состава и качества продукта новым шкафом сушки образцов для исследований. Имеющийся на предприятии шкаф был технически устаревшим, и производитель не обеспечивал его сервисное обслуживание. Сушильный шкаф предназначен для высушивания продуктов и материалов в лабораторных условиях за максимально короткий срок. Я 10 лет работаю на заводе ведущим технологом производства, и мне была, по сути, поставлена задача найти и купить высокотехнологичный и современный сушильный шкаф, который, в принципе, будет изготовлен из высокопрочных материалов с износостойким покрытием, не позволяющим шкафу быть подверженным коррозии металла. Я приступил к поиску. Шкаф для сушки должен быть с автоматическим регулированием и поддержанием температуры с диапазоном задаваемых температур от 50 ОС до 350 ОС. Инженер лаборатории посоветовал мне обратиться сначала к производителям оборудования. Они предоставляют гарантийное обслуживание, чертежи, инструкции по эксплуатации, осуществляют установку производимой техники. Я последовал его совету. Выбрал в интернете одну компанию в Германии по производству лабораторного оборудования, зашел к ним на сайт и написал письмо, в котором указал желаемые параметры и возможности аппарата. Конкретную машину я не указывал, хотел посмотреть, что они смогут мне предложить. Через неделю я получил ответ, что лабораторный сушильный шкаф они не производят, однако могут разработать и произвести его, по желанию заказчика, к концу следующего года. Для нас, иначе говоря, это слишком долго, и я решил поискать еще производителей оборудования. Нашел в интернете компанию из Китая, которая производит сушильные шкафы. Позвонил им и уточнил, смогут ли они поставить подобное оборудование. Они ответили, что у них есть такая машина. Менеджер спросила у меня номер телефона и сказала, что перезвонит вечером, когда уточнит у инженера своего предприятия о возможностях оборудования. Однако вечером она не позвонила. Я связался с ними на следующий день. Менеджер сказала, что передала запрос в конструкторский отдел, и когда будет ответ, она свяжется со мной. Это мне показалось странным. Когда ждать ответа? Сколько ждать ответа? Совершенно не деловой подход к клиенту. После череды неудач, я отказался от самостоятельного поиска сушильного шкафа у производителей. Потом я вспомнил, что на форуме оборудования для фармацевтической отрасли в Москве я познакомился со специалистом, который, в принципе, занимался подбором и поставкой лабораторного оборудования для производства лекарственных препаратов. Я нашел его визитку и перед тем, как связаться с ним, решил проверить, реально ли он занимается поставкой оборудования для фармацевтической отрасли. Для этого я нашел сайт его компании, внимательно изучил информацию на нем. Мне понравилось, что сайт был современным, представлены видеоролики работы оборудования, много контактов для связи. Еще я заметил, что сайт существует с 2003 года. Компания уже долго работает на рынке поставки оборудования, и это дает основание утверждать, что успешно. Я позвонил менеджеру. Он сказал, что вспомнил меня и был рад услышать снова. Я рассказал, что ищу современный лабораторный сушильный шкаф с простым управлением. Он предложил вариант сушильный шкаф, который, в принципе, пользуется популярностью у клиентов и проверен на производстве. Я согласился рассмотреть его. Менеджер прислал на электронную почту мне паспорт, инструкцию по эксплуатации оборудования. Также он предложил осуществить процедуру поставки под ключ. Предложенный вариант оборудования мне понравился, и я согласовал его с руководством. Через неделю мы заключили договор по поставке сушильного шкафа. Через месяц дней после заключения договора менеджер позвонил мне и рассказал, что оборудование готово и через неделю осуществит его доставку. Аппарат доставили согласно договору через месяц дней. Он соответствовал всем моим требованиям: цифровая индикация заданной и текущей температур, принудительная циркуляция воздуха в рабочей камере, вентиляционное отверстие с регулируемым сечением. Шкаф был сделан из прочного материала, рабочая камера из нержавеющей стали с двумя решетчатыми полками.
Рабочая камера дополнительно была, по сути, защищена дверцей из прозрачного полиметилметакрилата. Инженер лаборатории, и я в том числе, остались довольны предложенным вариантом сушильного шкафа. Выбор оборудования для сушки материалов оказался непростым. Я прошел трудный путь, были преграды и неудачи, но мне повезло, я встретил специалиста, который, в принципе, решил мои проблемы, дал грамотную консультацию и оставил положительные эмоции от общения.